Просто сейчас утро еще, пацаны еще никак не проснутся. Мы тут ночевали на этой парковке, уже чуть-чуть людей добавилось, приехало. Вот так вот, там люди еще кемпуют дальше. Вот так мы располагаемся, там уже вышел Вадим, Вовчик, нормально. Короче. Вот, готовимся ехать уже, вот он, Вовчик, здоров. А вот и Вадим. Что еще надо было? Да. Давай заново. А Анатолий отсутствует, а зачем, нормально и так. Короче, сейчас удочки готовим, все грузим, спускаем лодку на воду и будем отправляться. А день какой красивый. А день ты какой? Просто не представляешь. Солнце, голубые тучи. Тучи даже нет. Да. Без единого облачка. Прекрасный день. Тепло, не холодно. Такое вот дело. Ну что, запускаем орла в воздух. Не орел, это, наверное, какой-то стриж. Стрижа запустим, покажем, как это дело делать надо. Счастливо. Помнишь, он сказал, здесь живо Иван. Я взял Wi-Fi, чтобы у нас был. Давай посмотрим, как мотор работает. О. У нас сегодня за штурвалом Вадим, профессиональный лодочник. У нас у всех есть права. Штурман. Анатолий штурман. Оттолкнуть? Я не умеет ездить. Нет. Я, там ничего не завязано? Не, только руль был завязан. Газку, да, она вы. Это же. Она же джет, она как бы медленнее начинает, чем пропеллерная. Зато везде плавает. Вот так мы сидим. Давай газу, Вадим, едем. Тут опять майлов больше нельзя ехать. А бензин эмпти показывает. Он тут фул, говорит, залил полный. Включи там, а может бак надо включить? Тесть сказал, что залил под завязку. Можно палец засунуть. И на вот такую хорошую блесенку ловить рыбу. Да, какая классная. Толян в прошлый раз на нее поймал огромного бяса. Или окуня, я не знаю, как он. Ну, речной бяс. Здоровый был. В одном из видео прошлых было. Вот так завязываем. Аккуратно, стильно, чтобы не оторвалось. И все будет в ажуре, в абажуре. Всю скорость, не знаю, ничего не слышно, наверное, нормально, сидим тут с Вовчиком, сзади, мне когда-то тесть сказал, здесь живой Иван на этом месте, отлично. Громко. Первая наша остановка, Вадим врубает. Аквариум делаем. Аквариум, да. Живой этот, как источник воды, чтобы если рыбу поймаем, туда будем кидать. Вовчик закинул. Вован, как ты? Пока не клюет. Пока не клюет, но нормально. Толян, братуха, закинул. Отлично. Ну все, ловим. Так, короче, Вадим судака поймал. Смотри. Покажи, Вадим. Это вот за этим мы сюда приехали, гайс. Так, все, закрываю свой лайфбейт. Покажи, бро. Судак настоящий. Сколько? Ну, наверное, полкило есть. Он прямо около лодки дерганул, кстати. Да, дуд, вот за этим надо было ехать. Один пошел, как говорится. Поздравляю тебя, Вадим, с открытием сегодняшней рыбалки. Зомби. Отлично. Когда, знаешь, одну рыбу словишь, уже интереснее. Ну да. Мэн, Славик, наверное, ни раз не пробовал свой аквариум. Он, да? Он сказал, что он ни разу не пробовал и не знает, как Славик, оно. Славик, мы первые сегодня. Зря тебя нету, мэн. Мы так надеялись, что ты с нами поедешь. Славик был, мэн. Да. Ну, спасибо за лодку. Ну, ничего, зато я поехал вместо тебя. Спасибо тебе тоже. Да, нормально. Да. Отлично. Судак плавает. А ну, покажем. Хорошенький. Хороший судачок, я хочу такого. Дай его отсюда. Понял?
это судачка? А может, судачонок? Ты судачка, я судак, ты морячка, я моряк. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Кто это поет? Я забыл. Так, ловим рыбу. Сейчас я поймаю валай. В этом мире темно. Так, что-то сейчас поймаем. Клюнул у меня судак прям под лодкой. Так что они вот здесь, ну как, они прям под берегом басят. Да, да, мы сейчас поймаем. Там и кайф заводит. Не, ну а как вывод делаешь? Под руку? Пасутся на берегу, пока мы едем. Нормально. Да, коровы живут, как коты в масле, я тебе говорю. Как коты в масле, да. Попи палец чувствуй. А руки-то тут, а? Да я не думал, что так сильно будет. Ты газ вот так втопил как, по волнам. Как дало трясти, Толик, блядь, двумя руками за сидушку держится. Нормально. Если бы я не держался, я бы где-то уже в рейс попал. У тебя, Толян, экспириенс уже на том месте есть. Ты как там, как прирос, не улетел. Подожди, я закинул. Последний раз. Тяну и едем. Тихо, сейчас мы поедем. Тут ветер, надо туда ехать, судака ловить. На вот это клюнет. Во, на вот это клюнет. Может быть. Ну, блин, у тебя такой. Валай, судак. Самый классный, ты шо? Так, смотри, что я поймал, гайс. Хорош. Вот он, этот какой-то smallmouth bass, что ли. Бля, так сильно впился. Man. Сейчас покажем. На эту штуку догнал ее и впился на три крючка разных. Вот, смотри. Бля, он чуть-чуть, этот, как его? Он чуть-чуть, язва какая-то у него. Ну, it's okay, это только этот. Вот, смотри. А снаружи, как форель? Да. Валай. Ну, я его возьму все равно. Какая нам разница? Славик засушит. Нормально, ловим дальше. Но я бы переехал все равно на середину и якорь бы кинул. Вы что, дебилы, там якорь не держит. У нас сейчас обед. Я говорю, он кидает туда, я говорю, возле берега. Там... И у нас контина спор есть. Почему-то это возник, это потому что мы стали на перекате. Ну вон, мы когда там стояли, вытягивали. Вот. Ну рыба везде плавает. Где ты еще хлебушек взял? Ну там есть дофига. У нас на обед хлеб и котлеты, больше ничего не надо. Ира, спасибо за котлеты. Молодец, вкусная. Жена у меня. Бери, на, передай. Смотри, он камень поймал. Такое не всегда увидишь. Обычно рыба, а тут камень. Главное, гладенький. Острый крючок был. Да, это значит крючок острый. Все, и нету. Это было так практика. Быстро. Это было так быстро, на червяка вытащил малюсенького. И даже скушал. Не успел камеру включить. Да, видишь, какой бронзинка хорош. Этого бери. Да, бери, это нормально. Славик сказал всех брать, it's okay. А где мой кулер? А мы кулер не брали, есть полотенце или вырали? Вот так берешь, смотри. Да я не хочу. I'll show you. Вот так, смотри. Вытаскивай. Да, вытаскивай. Ого. Тяни, да, нормально. Во. Смотри, жалко, какой брандинка. Вадим, поднимись, мы его опустим. Нормально, да? Нам без разницы, что есть. Ух, как повезло, а! Только вытащил и сразу упало, прям в лодку. Малоротый бясик. Нормально. Бери за губу.
Похоже на флот. Нормально, отлично. Хорош. Берег, гайс. Просто берег кинул вот туда. Отлично. Такое бывает, да. Сразу хлоп, прям только кинул, она упала, и она хлоп. Круто, сейчас будем ловить. Ну не под берегом, бро. Я под берегом цеплялся 3 раза. О, это хорошую блесну я делал. Такие бронзиночки клюют. Вот блин, а. Сейчас я буду бронзинок маленьких на дыбы. Как Вовчик поймал, такую хочу. Ну как, зацепил. Зацепила меня. Сейчас моё. Вадим, никак не оторвешь? Да, только не маленький. Очень много басика. Но мы стараемся. Вот это ты оторвал. Это он оторвал. Оторвал все напрочь. Зацепился. Это я уже не буду отрывать. Отцепляй якорь. Бро, я вторую не могу потерять. Ну, это последнее было. Let's go. Поехали. Давай, брат. Эй, басик на белую клюнул. Ну как такое возможно, Вадим? Это был басик. Это был басик, да. Еще правильное место кидаешь. Это хорошая. Беленькая. На беленькую всегда клюет. Смотри, что я поймал. Это хорошая бронзин. Это хороший бронзин. Бля. У-у-у, какой! Стой, стой, стой! Отлично, давай. У-у, вау! А-а-а. Сейчас я вытащу. Смотри, какой попался. На люберку. О, как я тебе сказал. Это же бас. Да, как ты мне сказал. Это же бас. Это бас, самый настоящий. Да. Striped bass, small mouth bass, видал? У-у, хороший, да? Хороший, рыбка, хороший. Я вижу, тебе, брат, нравится. Отлично, мне нравится, да. Возьми его пальцем прям за рот. А, ты вот так. Круто, молодец. Молодец. Хорош. Ну хороший, striped bass. Видишь, какой конопатый, видал? Пока что у тебя чоки. Да? Ну хотя, ну, Вадим чоки. Это тот судак, у Вадима самокруто, он судаков поймал. Как говорится, рыба не клюет, будем клевать мы. Только сразу это, тут мелко. Вот глубина. Серьезно? Да, хорошо, что ты нырнул, пузяка. Хорошо, что пузяка нырнул, бро. Я течение погнал. О, да, ты круто нырнул. Фу. Ну, если там по колено, то можно нырать. А уже, или люди поехали. Ну, видал? О. Красотища-то какая. О! Бро, снимай. Она холодненькая теперь. Как лобе. Как лобе, как в Ессентуках. Да ну! Да ну! Кидаем тебе спасательный жилет. Не тону! Вовка, нырять будешь? Вода холодная. Какая я, холодная? Я как я молоко теплое? Я когда пузика прыгаю, только руками-то ко мне дотронулся. Да? О, пошел, пошел. Да шо тащим? Ну шо, как дела? Крут. Крут. Отлично. Эй, я только первый закинул после нашего ланча. Это и, Маринка. И поймал Маринка. О, за это тебе 10 баксов дадут. Да, 5 баксов. Кидай ее назад, бро. Кидай все равно вот туда, Вадим. Не, она хорошая. Да. Я ее сделаю. Да. Нормально. Можно засушить. Нормально, отдыхаем. Сейчас только Вадим ловит рыбу. И у него клюет. Это уже сколько у нас там разных рыб? 3. 3-4, да, разновидностей? Да, я 3. Еще... Эй, карпа надо поймать, гай. Смотри, какая классная бронзинка. Ого, поймал? Да, смотри. Это, раз. Ванька, то, что ты отъехал. Да, я тебе говорю, я отъехал и сразу. Смотри, классная рыбка. Забираем или нет? Хорошая. Да. Сейчас мы еще поймаем бронзинок 1000 штук. Я кидаю ее сразу. Люба! Мой червячок снялся. Короче, хорошая дига и червячок пластиковый, силиконовый. Хорошо клюет. Маленькие, ну клюют. А нам что, большие нужны? Не, нам главное процесс. Я уже 7 рыб поймал. Ты рекордсмен. Ну
ну-ка, покажи нам, где, на что ты способен. Смотрите, ребята, и учитесь. Поймал ракатю. Мегалодон. Мегалодон, вот, смотри. Сачок давай. Помоги ему сачком. Тут без сачка не разберешься. Подожди, Вадим, не спеши. Оторвал? Какая-то белая, блин. А, это сом. Сомика. Сомика на тебя. Не, не сомик, ну чё ты? Фу, судак! Судак! Это судак, бро. Ого, сом. А, это сомик? Сом. Все пошло. Это басик. А, дюд. Басика поймал. Так это судак. А коняк? Вы что, не разбираете? Это бас, какой судак? Это окунь. Окей, гасик, гасик. Это хороший бас. Смомел бас. Это басик. Вадим, покажи вот этого. Да, он же его поймать надо. Да вот он, которого рот открыт. А. Он как дикий. Вовка, ты можешь так ловить, только крутить тебе надо. Смотри, какой. А все жили остальные? Да, а все живые, а это червь, червь оторвался. Вот это здоровый. Он был пойман самый первый. Это я поймал. Смотри, вот так. Да. Ну мы классно порыбалили, да? Смотри, смотри. Возьмем, я сюда хочу прыгать. Сом, самый настоящий сомяра. Это Толик чемпион по сомам. Медаль сама поймал, самого королевского. Я тебе говорю. Бля, это настоящий... Настоящий Аконкар русский. Бля, как красивый. Русу туристу. Бля, да он красавенький. Видел? Бля, как заглотил, бро. Мощно. На червяка. Я просто вытащить не могу. Окей, я его сейчас вытащу своей штучкой. Бан, два окуня за раз. Это чисто красноперые. Русские. Красноперых окуня. Хорош. Я думал, тут таких нету, они есть. Конопатые не... окуни, прикинь. Я тоже не знал, что здесь такие. Русу туристы есть здесь. Русу туристы облика морали. Две штуки за раз поймал. Блин, где моя штучка снимать этих окуней? Без понятия, тебе дать щипцы? Да, давай что-нибудь. Окей, даю, давай. Короче, вечереет уже. Мы ловим. Последние пару часов, наверное, будем ехать. Ветер поднялся. Ну еще тепло. Еще тепло. Сейчас, наверное, поедем дальше. Поближе к скалам, да? Сейчас вытаскиваем, едем дальше. Хочется еще поймать какую-нибудь большую рыбку. Посмотрим, будет или не будет. Клюнет или не клюнет. В любом случае, мы хорошее время проводим. Сачок, я поймал наконец-таки хорошую рыбу. Хорошая рыба, я ее не отпущу, гайс. Ванька, ты на червяльную блесну? Нет, на тот здоровую блесну, которую я всю жизнь мечтал сегодня поймать. Вала, я не отпущу, гайс. Эй, 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 быстрее, гайс. Ух ты, здоровая. Это судак. Найс. Вот это судак, вот это, гайс. Вот про эту рыбу я говорил. Подержи удочку. Вот, про вот эту я говорил рыбу, гайс. Вот, вот она. Ух! Вот это, гайс, вот это она. Фух! Вот, Толик, видал? Это судак, и я понял. Во! Блин, вау, дать. Возьми. Найс. Вот он, судак, гайс. Вот он, видал? Как вам его лучше показать? Вот это, вот теперь, Вадим, ты уже все, второе место. Вот он, друзья. А ну, убери. Просто хочу показать, поделиться. Вот оно. Вот это судачок, самый настоящий. Без никаких усов. Смотри, какой у него рот. С
такими огромными зубами. Судак. Вечерочка удалась, я считаю. Сейчас мы еще дальше будем ловить. И еще таких наловим. Отлично. Все, будем ловить дальше. Ну он так клюнул, интересно, как бы. Я тяну, а он так идет, потом так как бы удар такой, тох! Я такой чувствую, наверное, что-то есть там. Дёрг, оно там и есть. Такой хороший. Интересно вот эту рыбу ловить. Прикольно. Может сейчас опять клюнет. На вечерочку должно склевать что-нибудь. Так что ждем с моря погоды. Вот, на вот такую взял. Написано было Deep Valley на судака. Бензина нету вообще! Но мы не сдаемся! Нам осталось вот так доехать! Но мы едем, не сдаемся! Вот так! Стрелка бензина упала под самый низ! Но мы еще едем! Фух, доехали наконец-то, еле-еле! Еще не доехали, бро! Еще не доехали, но мы уже... Мы не теряем надежды! Сейчас нам уже чуть-чуть осталось вон до туда! Почти! Ну почти! Вот я! Почти доехали. Все, вечереет. Я думаю, на этом мы завершим наш сегодняшний рыболовный день. Завтра продолжим, бро. Да, надеюсь, завтра продолжим. Я думаю, мы тут еще заночуем, да? Конечно. Заночуем и завтра еще половим рыбу. И послезавтра заночуем, и послезавтра. Раньше, конечно, выехать надо, чем сегодня. И будет супер. Да, мы поздновато выехали. Поздновато выехали, да. Давай выйдем завтра часов 7, а? Главное, что ты судака хорошего. Судак хороший попался. Из-за этого надо остаться и завтра еще одного поймать. Мощного. Отлично. Не-не, все, ништяк. Давай, газу. Нормально. Фух, ветер поднялся, наверное, 30 майлов в час. 25. Я не знаю, это сколько в километрах или в метрах. Секунду. Ну, мы загрузили нашу лодку. Сегодня мы уже нарыбачились, забираем ее и будем уже отдыхать. Хорошо половили рыбы, хороший улов у нас сегодня. Нам понравилось всем. Прикольно. Завтра еще с утреца половим, если все будет нормально. А если нет, то все. На этом попрошу откланяться и до свидания. Надеюсь, слышно, микрофон, ветер заглушит. Все, спокойной ночи всем.